Ярослав Мудрый и Валентина Терешкова. Локомотив и нефтеперерабатывающий завод. Они очень разные, но сегодня их объединяет одно. Их имена и названия крепко связаны с Ярославлем, а значит, могут стать брендом города. Прошло очередное заседание экспертного совета, посвященное этой теме. На нем подчеркивалось, что символ города должен быть ярким, современным, удобным для использования в интернете. При этом у него могут быть и крепкие народные корни. Эксперты не исключают, что понятие «ярославский расторопный мужичок» тоже может стать брендом. Важно не только понять ярославцам, кто мы сегодня, да, а в общем-то к чему нам стремиться и каким наш Ярославль будет через 5 лет, через 10, через 20. Вот это важно. Важно наметить план действий по улучшению городской среды и наполнению Ярославля событиями и положительными эмоциями.